Какая прекрасная погода, туманная, да? Итак, всем здорово, мои дорогие ребята, мои дорогие С вами зрители. Эмиральд Индези, и мы сегодня будем продолжать играть в Майнкрафт. Так, в предыдущей серии мы заспавнили Джеффа и Джейн. Джефф убил Джейн, и вот, собственно, такая вот фигня произошла у нас. Я вот прогулка. В этой серии мы будем делать, ну, ловушку. Ловушку, чтобы все правильно, все верно. Мобы. Так, он что-то тут, я не знаю, строит какой-то бункер, не знаю. Слушай, можешь мне дать кого тебе дать? Максимум дерева и этого? Могу. Уходи. И булыжника. Вот, пожалуйста. Ты где? И вот тебе булыжник. Опа. Опа, дерево. Оп, зажал. Слушай, стак у него лежит, а он зажал, а? Ух ты, скотина. А и булыжника где? А булыжник я тебе тут насыпал. Куда на... Ты что насыпал мне? 60? Давай больше, жмот. Ты ж в шахте вон сколько... Ты... Еще! Еще! Ты в шахте копал до хрена! Наверное. Окей, все, достаточно. Так, собственно, ночь. Сейчас мы будем ночью корячиться, там, строить что-то ночью. Да. Ну, первое, что я хочу сделать, это ловушечку. Ловушечку. Конечно, куда же без ловушечки-то? Действительно. Да. И, собственно, так, раз. Так, и мне, собственно, на этот раз понадобится... сколько парш... Ой, что случилось? Ты выстрелил? Это ты выстрелил. Почему? Я не стрелял. Хрен тебя знает, а? Окей, значит, делаем... Странно, в общем, ну это ладно, подумай об этом завтра. Вот так вот, и все, 4 поршня у нас уже есть. 4. Сейчас будет 4 липких поршня. Все, 4 липких поршня. Найс. Сейчас... Третий этаж будет, кстати говоря, вот о котором ты сказал, как выразился как бункер. На самом деле это не бункер. Это будет третий этаж, он будет самый такой продвинутый. Тут будет стоять все из индустриал крафта. Я тут все переселю максимально. Переселишь? Да, я эту лабораторию внизу, и там будет склад, короче. Окей, а я пока тем временем сделаю тут ловушечку. Ловушечку для мобов, будем их сюда собирать, и они всей дружной компанией будут с нами тусоваться. Да. Да, прекрасно. Все верно. Так, сейчас я только выровняю, тут немного тут воды налилось, налил. Так, вот. Так, окей, во, как раз, ой, ничего не видно. Вороночка такая, вовца иди отсюда. Вороночка такая вот. Так, значит, делаем вот так раз, два, раз. Вот так. И тут... ты чё пришла сюда, овца? Иди отсюда. Так, вот так вот. Оп, оп, оп. Ой, да ты уйди. Овца, уйди. Я из-за тебя не так поставил поршни. Пришла тут такая наглая. Пришла такая наглая, так. И, собственно, конструируем мы тут конструкцию такую с стеклом. То есть стекло раз. Ну, представим, что это тут у нас еще стекла навалено дофига. Вот, и сверху нужно тоже так вот. Вот так вот. Опа. Вот. Так вот. Вот так вот. И это все закрываем. Ну, кроме вот этой, конечно. Вот так закрываем. И сюда мы будем ловить всякую фигню, которая нам будет мешать делать всякую фигню. А вот это, кстати, стекло, это перегородка от скелетов, ну, чтобы они, ну, не выпендривались особо. Ну да. И не стреляли по мне, когда будет попадать в ловушку. Вот. Сушку. Ой, овцы там сидят, жрут, а я тут шугаюсь, стою посередине поля, блин, думаю, кто там ко мне сзади подходит, а это овцы, а это овцы. Так, чё я хотел, а, лопату, лопату, Коля, где лопата? Не знаю, где лопата. Кто был ответственный за лопату, ты. Коля? Ну ладно, ладно, у меня лопата, и мне нужны факелы очень нужны факелы, потому что я нифигашеньки не вижу. Да, этого света недостаточно. Ладно, это на самом деле надо было днем делать всю эту ловушку, затевать.
Потому что тут нифигашеньки не видно. Вообще нифигашеньки. Так, ну ладно, вот такой ямки достаточно будет. И, собственно, вот. Как бы... смотрите, вот ловушка сама вот такая вот. То есть мы идем такие, типа, самодовольные. Mm-hmm. Идем. Копайся. Тут будут стоять у нас нажимные плиты, то есть вот... сейчас покажу все. Да уйди, овца! Ну ладно, все, ты будешь тут жить. Тут как бы еще поршни поставим. И наступаем на плиту, они раздвигаются, монстры все падают сюда. И это закрывается, ну, чтобы скелеты не стреляли. Ну и прочая живность. Mm-hmm. Вот, вот так что. И, о, уже рассвет. Пойду сейчас за слизняками. Так мы вчера добыли много. Много? 4 штучки? Ну как много? Для нас это много. Пойду еще добуду, что же мешает мне добыть. А вдруг их там нет, знаешь? Просто может быть такое, что их там не будет. Возможно. Но попробовать-то надо. Попробовать-то надо, да. Собственно, основную часть конструкции я это сделал сейчас. А вот, как бы, слизи... Так, ну, собственно говоря, второй, точнее, третий этаж уже готов. Я могу его уже обустраивать. Да? Прям вообще вот найс. Да? Тут уже даже жить можно, но я тут не. Но тут мы не будем жить, тут я буду только своими разработками заниматься. Ой-ой-ой, тут какая-то дырка стоит. Чуть не засосало меня. Окей, значит, вот тут какой-то прудик, да, должен угу. быть? Вот прудик, да. И где-то тут мы нашли слизней. Так. Тихо-тихо. Курочки рябы, не надо так на меня агриться. Ты не поверишь! Что? Здоровый слизи! Офигеть, какой слизи здоровый? Ай. Большой, самый большой! Ай, отставь! Бей! Блин, на меня сколько всего нападает, всякой фигни! Держу всю света! Это как, знаете, у меня было видео, где я, короче, рэп зачитывал в этом. В одной хоррор-игре! Да! У меня одно хп осталось. В одной хоррор-игре! Я там, типа, пел Stay in the Light, типа, отстой в свету. И вот... 10! Чувак! 10 слизней! Слизи, во! Понимаешь? Ну. 10 слизи. У тебя есть железо же, да? Ну. Вот можешь мне дать, короче, 10 железа, да? У нас теперь 10 слизей, понимаешь? И сейчас просто такую конструкцию, такую забабахаем, то что, не знаю. Найс будет. Так. Ты где? Я нигде. Дай мне, пожалуйста, 9 железа. Погоди меня там немножечко. Угу. Так, мне очень нужен уголь. Я немного возьму у тебя угля. Так, вот. Так, ну чего? Чё ты насчёт железа? Ты где? Меня здесь нет. Ты в шахте? Да. А, ну я у тебя возьму. Да возьми. Так, вот эта картинка меня очень пугает. Я не знаю, зачем я ее вообще туда согласился повесить. Вернее, повесил. Это Эмиральд согласился, а я просто как последний, не знаю, поехавший, повесил эту картину. И сижу такой довольный. Смотрит на картину и думает, как офигенно. Как вообще, как офигенно? Так офигенно просто, что? Что? Это я взорвал тут в шахте кое-что. Ты за хрена шахту взрываешь, вандал? Потому что я ищу. Что ты ищешь? Изумруды! Ты нашел Эмиральда? Я да. Ты нашел себя? Да. Чувак, это ж... Чувак, эта шахта находится под этим. Под этим самым. Под этим самым? Хорошая информация, спасибо, Эмиральд. Действительно. Это очень хорошая информация. Такая информация, что... партизанам бы позавидуешь. Раз, два, три. Готов поршень наш, дорогой. Эй, ты чё? Готов поршень, говорю. Опа. 3 сгустка слизи, все, слизи сюда, и
побежали достраивать наш чувак, механизм. Чувак, чего? Тут офигенно. Скорее сюда, ТП-шнись. Я не могу ТП-шнить. Почему? Потому что мы заключили договор. А, точняк, ё-моё, ну тут офигенно, чувак. Ты где вообще? Ты по взорванной пещере? Да-да-да-да, сейчас погоди. Я тут факел поставил просто, я сейчас по ним ориентируюсь. А, нет, тут нет, это не факел, это лава. Ух ты, я уран. Где ты его нашел? Все, я его подобрал. Ух ты, ё, нифига тут красиво. У меня 4 урана. Так красиво. Ай-яй-яй, скелет! Тихо-тихо-тихо, не надо мне скелетов, не надо скелетов. Скелетов? Не, это плохо. Так, я железо нашел. Ты где? Я в шахте, под моим заводом. Или этим, как, ну, как называй, как хочешь это место. Завода. Во. Можешь выйти на поверхность и потом мне уже показать. Ну, не на поверхности, как... Как я тебе скринами, что ли, скину? Я говорю, выйди на... Чувак, поверхность. Я твой ник вижу. Я тоже твой вижу. Давай, на мой иди, на мой ник иди. Да как? Куда? Я тебе покажу. Прокопал? Вот, сюда, вниз иди, не бойся. Че, прям падать в эту ущелье? Да, я тебе сейчас... А, я залагал тут, погодь. Погоди. Залагал я тут в твоей пещере этой. Блин, а? Не надо лагать, все нормально. О, все. Да что не отлагивать-то? Что за фигня? Почему я летаю-то? Если ты летаешь. Да офигеть, блин, я залагал, погоди. Во, все. Так, ура. Я здесь. Где? Покопай. Все, копай. Я тебе сейчас покажу, ты офигеешь. Давай. Я нашел эмеральда, серьезно. Эмеральда? Ой, что это за... Вот, это я взрывом образовал такой. Вот, смотри, эмеральд. О, эмеральд, смотри, это... О, ты. Давай, копай его. Так, у меня просто бур разрядился немного. Я его храню. А еще эмеральд. Офигеть. Обернись. Они же вроде в скалах. Альмази! Альмази! Это победа один. Ну ладно. Это победа. Не победа, нифига, чувак. Чё? Смотри, еще. Что еще? Охренеть. Два алмаза. Да вы издеваетесь. Чё? Да это невозможно, это... чувак. Это генератор над нами издевается. Это какой-то убогий троллинг, чувак. Я серьезный. Офигеть, я тут только эмеральды встречал, я серьезно говорю, это еще не увидел, это я не видел еще. О, тут железо еще есть. Офигеть, это... хорошая шахта, как ты ее вообще... Взрывом образовал вот такую фигню. Я внизу, это уже не я, это уже генератор мира. Так, патрули у нас слегка. Да. Сначала мы встретили один алмаз, потом два. А потом три. А прикинь, сейчас 4 встретим. Странно. Че нашел? Фиг, иди за мной. Где? Че? Иди за мной, посмотри сюда. За мной. Погоди. А, тут я видел, чувак, это я видел. Офиг, смотри, какая здоровая, как пельмень. Крипер! Ай, киллер, нет, не надо. Чувак, охренеть, какая здоровая пещера. Вот это пещерище. Ай, крипер, эй, киллер, нет, не надо. А давай их течение. Ой. Ты зачем? А, стоп. Спарта, блядь. На бас. Смотри. Сейчас горит. Ты че его добил? Спасибо. Я мог подобрать его дроп. Жаль, что нету еще пауэрбанков, которыми можно заряжать бур. А, ладно, мне надо теперь на поверхность выбираться. А я тут еще покупаю. Как мне выбираться? Нет, такая счастливая шахта. Тут алмазы, я вообще в шоке. Мы это впервые нашли, алмазы, чувак? Нет, ты чё? Как мы потом... О, ещё эмеральд! Где? Чувак, ещё эмеральд. А ну покажи, где. Я его выскопал уже. Ну я все равно узнаю, потому что я как бы тут нахожусь. Так, давай, я пока буду выбираться. Я тут нашел походу все ресурсы, необходимые для дальнейшей постройки этих самых механизмов из Industrial Craft. Обернись.
Так я это ускорю этот момент. Бу! Не страшно нихуя. Ты вообще конченый мудак, пидор, пизда. Будь у тебя скин этой ебатни, я бы тогда точно насрал в штаны. Офигеть, у меня кирка сломала. Ух ты, фу. Чувак, можешь покопать? О, извини. Окей. Окей, лики. Куда это я приперся, а? Скажите мне. Добрые люди. В Кикляндию. Как в натуре какая-то Кикляндия. Уран! Ну, я и говорю. Уран. Уран. Уран! А, у меня кирка последняя сломалась. Как я отсюда? Она что, в лаву улетела? Сломалась. Это мы исправим. Take boys. Так вот. It's not okay. Кек. It's okay. It's a game. Ой, бур у него разрудился, блять. Хуесос ебаный. Ну, я ускорю этот момент. Сука. Так, что-то там светится уже, я вижу. Это я свечусь. Кек. Че, кекр? Типа негр? О, я уже узнаю место. Сейчас мы выберемся. Сейчас дядя Хомяк все порешает. Дядя Хомяк, блять. Так, о, знакомое место. О, привет. О, чуваки, знаете, куда мы выбрались? Там, где мы начинали, короче, летсплей. Где? Тут выберись и посмотри. Вот он. Блин. Давай посмотрим. А, не, это Blackwood Pines. Ух ты, смотри, какая скала прикольная. Офигенно. А, я знаю это место, давай за мной. Смотри, тут еще арочка такая. Вот я бы хотел тут что-нибудь возвести, вот смотри, вот хорошее место. Вообще неплохое место. О, коровы, я их взрублю. Черт, чувак, нет, это как в прошлый раз, помнишь, мы потерялись? Не волнуйся, я помню все. Не волнуйся, мы тут часами бегали. А я уже помню. Час, в натуре час где-то бегали и найти не могли выход. А, все, нашел тут страйдер наш. Ты где? По страйдеру, что ли, решил? Не, это... В нем тут легко ориентироваться. Давай, вот ты найдешь выход сам? Найду. Окей, я тогда пойду механизм строить. Дальше достраивать его. Я упал. Так вот, собственно, я приперся на это место. Собственно говоря, я тоже. Так. Тут все, еще сидит наша унылая овца. Так, и значит, раз. Правда, немножко еще в лаве обгорел тут. Ну, это ничего. Ну, хорошо, хоть выжил. А ты где, кстати говоря? Я. Ну, к аэропорту беги. Окей, прибегу сейчас. Так, овца, уйди. Я тебя прошу, овца, уйди. Просто вот свали из глаз моих долой. Так, я почти приперся. А, принеси мне стекла. А, у меня с собой. Да. Хорошо, это к лучшему. Так, ты так, где? Ладно, так... Овца, уйди. Я тут. Я тебя вижу все. Так, окей, все. Так, принеси стекло, дай мне стекло. Так, сколько тебе? Да, не знаю, штучек 10. 10. Ну, не 10 даже, ну больше. Ну, что-то как еврей, а? Ладно, пошел нафиг. Давай. Так. Мы же наварили в этой печке. Еще бы. Печка-печурка. Слушай, можешь пока скрафтить еще 2 поршня, сходить, а то тут нужно. Нужно еще 2 поршня. Так, только это я немного просчитал. А, подожди, а где их взять? В смысле, где их взять? Скрафти, там же слизь. А где слизь взять? Ты его вообще положил? Я ее положил. А, окей. А, как она называется? Ну, ты понял, наверное.
Нет, не понял, да? Так. Скоро наш дом превратится в огромную эволюционную базу. Скоро это как-то. Это скоро. Это скоро. Так, вот и слизь. Так. А как делать эти самые поршни? В смысле, как делать поршни? Посмотри крафт. А, о, нашел. Ага. Так, а как делать такой поршень? Это дорого. Окей. В смысле, дорого? Ты че? Ладно. Делай, сказал. Все сделал. Так, значит... Дорого, редстоун тратится, понимаешь? Это очень... Это... Ты что, еврей? Это таки очень недешево. Так, я пошутил. Проверить. Это таки очень дорого. Так, поставлю сюда факелочек. Так. Ой, что-то я не так сделал все, как мне хотелось бы. Что-то я тут намудрил. Так, вот тебе этот самый. Чё? А? Да. Спасибо. Так. Стоп. А чё ты... Стоп. Тихо. О, там уже овца. Не задавай. Овца. Да. Ай, я упал, чёрт. Да. Почему у тебя скин резко сменился на эту хрень страшную, а? Ты о чём? У тебя скин сменился на эту страховую. Я тебе говорил, что я в лаве испался случайно. Ну вот ожоги получил, что нормально. Да что такое не работает? Окей, короче. Что, так видно прям, что ли, что у меня ожоги такие себе? Какие ожоги, чувак, ты встал этой хернёй за SCP-087? Чего? Я тебе серьезно говорю. Ай, запухал. Как я и стал, я не пойму. Как? Вот так был и стал. Его было, говорит. Да. Просто ставим вот так вот эту. Один там. И вот так. Все, теперь должно заработать. Просто я что-то тупанул, я, извините, под вечер. Во! Так, я пойду перестановку делать. Вот так, оп. Windows. Оп. Вот все работает. Итак, чуваки, короче, на этом, я думаю, можно заканчивать уже. Mm-hmm. А, сейчас я вернусь домой, и мы закончим. Вот, собственно, на этом и все. Бу! Вот. И вот на этом и все, короче, да? Мы заканчиваем данный ролик наш, посвященный летсплеям в Майнкрафте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и пока!